10 апреля 1945 года. По данным Третьего Белорусского фронта, после прекращения сопротивления немецких войск в Кёнигсберге, 10 апреля сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. Таким образом, за время боев по ликвидации кёнигсбергской группировки всего взято в плен более 92 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска Третьего Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, очистили от противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала. Войска фронта взяли в плен более 2000 солдат и офицеров противника. За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 16 самолетов противника.